Отголоски проливных дождей. Накануне к нам в редакцию обратились жители поселка Борзовая Заимка. Они рассказали, что после ливней вдоль реки Барнаулки образовалась промоина. На машине до дома просто так не добраться. Есть опасность провалиться в реку. Так что те, кто живет на улицах Сибирская, Стрелецкая, просто оставляют автомобили за несколько метров и добираются до дома пешком. А раньше на дороге могли разъехаться две машины. Вроде как с дороги смотрится небольшая дыра, а когда вовнутрь-то заглянешь, видно, что она туда, ну пусть немного, сантиметров 20, оно промыло. То есть не факт, что это кто-то туда не подъедет и что не обвалится. Детей тоже много, дети ходят, бегают. И на велосипедах, и как бы и так пешком. Большая вероятность, почему бы нет, что улетит ребенок запросто. В тот же день о проблеме мы рассказали работникам территориального общественного самоуправления Борзовой Заимки. На место, где образовалась промоина, съемочная группа приехала сегодня утром. Здесь уже работала дорожная техника. Через несколько минут движение вновь открыли. Все, большое вам спасибо. Если бы не вы, мы бы, наверное, точно ждали, когда завалятся машины здесь или кто-нибудь, дети бы куда-нибудь бы свалились у нас сюда в кювет. Всякое может быть сейчас. Большое вам спасибо. Вы молодцы.